Всем привет! Тестируем новую мельницу, можно сказать, версия 3.0. Запустили на ней арахис, вот он идет. Есть ряд изменений, уже не таких сильных, как было с версией 2.0. Вот версия 2.0 стоит, там в углу стоит версия 1.0. Напомню, что в версии 2.0 был улучшен механизм подъема камня. Поставлена лебедка уже промышленная с очень мощным тросом. Вот. Значит, также был улучшен механизм подъема камня верхнего. Теперь не нужно никакие ключи, а он регулируется вот такой вот штукой внизу. Очень удобно. Прямо во время работы. Здесь это все точно так же сохранилось. Значит, покрашено в яркие цвета. Ну, механизм подъема мы распечатывать не стали, так как эта мельница поедет покупателю. Вот. Здесь еще есть ряд нюансов. Значит, первый. Ручка. Вот сюда вставляется ключ. Она была сверху. Вращать не очень удобно. Здесь он сбоку. И причем плоскость получается, значит, вдали от камня, то есть оно не будет мешать. То есть когда мы подвешиваем камень, мы вращаем, мы не задеваем его. Это удобно, раньше было не так. Второй момент, быстросъемный лоток. Лоток из нержавеющей стали, гладкий, сырье идет идеально, очень быстро. Значит, регулируется высота лотка вот так вот. Мы просто крутим вот эту штучку. Вот. Подняли, перестало идти. Немножко опустили, пошло. Ну и регулируем скорость подачи. Арахис идет очень быстро. Его можно молоть очень быстро. Консистенция идеальная. Без кусочка, без всего. Он такой сметанообразный получается. Лоток быстросъемный. Это нужно для того, чтобы он не мешал, когда поднимаете верхний камень. Следующий плюс у нее такой, что двигатель стоит взрывозащищенный. Для нас, в общем-то, все равно на это его качество, но главный плюс в том, что он не шумит. Он абсолютно не шумит. Вот можно спокойно молоть, при этом разговаривать полголоса. В отличие от двигателя на предыдущей мельнице, который при такой же мощности, конечно, был легче в 3 раза, но он гудит, и это очень напрягает. Когда весь день работаешь, потом этот гул стоит в ушах. Этот двигатель не шумит. Сейчас будут ставиться только такие двигатели. Значит, единственный минус у этого двигателя в том, что, по идее, их не ставят вертикально. Поэтому, чтобы он работал вертикально, создан вот такой рычаг, вот, который держит вал. Вот. На первой мельнице тоже был такой рычаг, но там была неудобная система регулировки подъема вала. Потому что иногда, периодически, если он немножко опустится, появится звук такой характерный, такой скачущий звук, он начнет такой ту-дут-ту-дут-ту-дут издавать. Там нужно было раскручивать, неудобно было регулировать. Здесь можно сделать все просто рукой, подвинув, покрутив вот эту шайбу. Ну, конечно же, на выключенном двигателе это делается. Дальше, наконец-то стали делать такую мелочь, которую раньше упускали, как ножки, чтобы мельницу можно было удобно взять со всех сторон роклей. Вот. Раньше приходилось что-то подкладывать, теперь ножки есть по умолчанию. Ну и последнее, это лоток, он тоже из нержавейки, и вот он такой строгой геометрической формы, такой P-образного сечения. И, соответственно, вырез под него тоже такой. Встает все идеально. Везде все примыкает. Никаких танцев с бубном теперь не нужно. Вот.
Снизу примыкает он идеально, ничего оттуда урбеч не поступает. Чистить его легко. То есть берете лопатку силиконовую и когда меняете сырье, просто очищаете. Теперь стало еще легче. На верхнем камне углубление сделано не просто так. Обязательно сюда нужно поставить обруч металлический. Все-таки это движущийся объект. Он вертится со скоростью 2 оборота в секунду. И так как он весит немало, где-то под 300 килограммов, то на случай, ну, я не знаю, конечно, что должно произойти, чтобы этот камень расколоть, но, тем не менее, принята, общепринята практика ставить сюда обруч металлический. Пара слов о ценах. Вы можете купить двумя способами эту мельницу, или заказав напрямую в Дагестане, цена будет 220 тысяч, или можно заказать у нас в Кирове, цена будет на 10 тысяч дороже, 230 тысяч, но сюда входит, во-первых, обучение, то есть можно приехать сюда, полностью научим ухаживать за ней, научим молоть урбечи, расскажем все нюансы, и второе, то есть уже, если вы покупаете в Дагестане, то доставка в Россию, допустим, в Москву, около 20 тысяч на мельницу. То есть, в принципе, она получится еще дороже. У нас, так как мы берем их, мы оплачиваем сразу много мельниц, то для нас и доставка получается дешевле, и цены ниже. Имейте в виду, телефоны оставим под видео.